Рыбница, детская поликлиника, в коридорах очередь, эпидемия ОРВИ. Больных малышей все больше. Педиатр Татьяна Деньговская сегодня одна на весь город. Два врача заболели, третьего вызвали в роддом. Молодец. Больше 80 больных детей в день. Это личный рекорд педиатра за этот сезон. Работать врач будет до 6 вечера. Это по графику. По факту до последнего пациента. У Татьяны Деньговской свой участок, но она давно забыла его границы. Сейчас я весь город обслуживаю. У меня идет и Вершигора, и Ваченко, и мои все идут. Я никого не отправляю, потому что больные дети идут. Куда их отправлять? До полседьмого иногда приходится сидеть, потому что приходят, ой, извините, потому что мы с садика нас отправили. Конечно, принимаем, потому что, а что, а куда, они же все равно к нам придут. Это же наши, мы не примем сегодня, завтра все равно придется принять. Лучше сегодня принять и назначить, чтобы ребенок уже спал. Татьяна Деньговская работает 37 лет. Говорит, раньше коллег было больше. И сейчас есть 14 ставок. По факту всего 5 педиатров. Нагрузка на каждого вдвое выше нормы. У нас же еще что? Мы же еще дежурим по ночам. Вот мы отдежурили ночью и садимся на прием. Мы же не отдыхаем. Мы садимся на прием на следующий день. А когда тебя каждый час вызывают, практически ночью не спишь, вот. И это после этого получается вот у нас и доктора уходят, кто с гипертонией, кто еще там не выдерживает. А это Дубасары, центральная больница. Здесь накануне временно закрыли педиатрическое отделение. Причина – некому лечить детей. На сегодняшний день ситуация критическая. В поликлинике есть врачи-педиатры, в стационаре таких врачей нет. Поэтому было принято решение, что при необходимости госпитализации детей – дети будут направлены в отделение педиатрическое Григориопольской центральной районной больницы. Как только врач появится в Дубасарской центральной районной больнице, отделение возобновит свою работу. И похожая история по всей республике. В тройке антилидеров, где не хватает педиатров, Дубасары, Рыбница, Каменка. Есть дефициты и других специалистов. У нас на сегодняшний день формируется потребность в кадрах на 2023 год. Эта потребность будет направлена на медицинский факультет, где выпускники в мае-июне будут распределены, и в том числе распределены и в Дубасарскую центральную районную больницу, и врачи, и педиатры. Но это выпускники университета, которые должны будут обучаться в ординатуре в течение 2 лет. То есть сразу вопрос не решится с кадрами. Но у нас сейчас есть врачи-ординаторы, которые проходят ординатуру по педиатрии и которые в будущем будут работать в Дубасарской центральной районной больнице. ПГУ выпускает 50-70 медиков в год, а государству нужны 300-350 врачей. Уйти от дефицита сразу не получится. Вопрос решают поэтапно, в том числе повышением зарплат. С 1 января врачи получают больше на 12%.